Великие сироты. Коко Шанель. В 11 лет Габриэль осталась без матери. Отец отдал детей родственникам, а те, в свою очередь, отправили их в приют. Кстати, сама Коко Шанель матерью так и не стала. Максим Горький. Алешу Пешкова также с 11 лет воспитывали бабушка и дедушка. Его отец умер от холеры, причем заразился он от сына, когда ухаживал за больным мальчиком. Через несколько лет скончалась и мать будущего писателя Горького, уже от чахотки. Джон Леннон. Его родители не умирали, но все детство маленький Джон провел у тети. Мать отдала мальчика сестре, потому что, как говорил сам музыкант, не справлялась с воспитанием. Став взрослым, Леннон восстановил общение с отцом и матерью. Больше о сохранении личной и семейной истории на нашем канале.